Здесь во дворе на улице Кащенко рабочие спиливают аварийные деревья, вывозят мусор, ворошат снег. Бригады домоуправляющих компаний вместе с подрядчиками чистят обочины. С начала месячника в Приокском районе вывезли более 3000 кубометров мусора. Это очень хорошо. Все у нас чисто. Всегда мусор вывозят своевременно. На субботники все выходят, жители любят свой район. Мы разбили весь район на микроучастки и комплексно заходим. То есть заходит в микроучасток, вот, например, как здесь. Это один из микроучастков, где сегодня работы делаются. И подрядчик домоуправляющая компания, и подрядчик муниципальный. И те подрядчики, которые сопутствующие работы выполняют. Благоустройство Нижнего Новгорода с приходом тепла должно пойти быстрее. Похолодание, снег с дождем, заморозки не давали активно приводить город в порядок, отмечает Сергей Белов. Сегодня на оперативном совещании он раскритиковал темпы уборки и поручил всем подразделениям перейти на усиленный режим работы. Сказать, что город не убирается ежедневно, этого я не могу. Ведь мы понимаем прекрасно, откуда берется у нас мусор. Он с неба не сыплется. Мы с вами и не администрации районов и города засыпают все газоны мусором. К сожалению, это делают наши жители. И я обращаю внимание и призываю, давайте относиться все к своему городу, как подобает. А пока районы справляются своими силами. С территории Нижегородского района запланировано вывести 30 тысяч кубометров мусора. На улице Минина идет ямочный ремонт. Глава администрации Нижегородского района Игорь Согин проверяет работу. По его словам, в этом году активное участие в благоустройстве района принимают частные предприятия и активисты. У нас некоторые крупные коммерческие предприятия решили вокруг себя там тот тротуар заново перестроить, кто-то асфальтировку сделать. Услышали. Но еще больше радует то, что жители в этом году, мы сейчас посчитали, порядка, по-моему, 60 деревьев решили посадить. Кто на своих придомовых территориях, кто на газонах, ну, рядом со своими домами на муниципальных территориях. 22 апреля в Нижнем Новгороде состоится традиционный общегородской субботник, на который приглашаются все нижегородцы. Как заявил глава администрации города Сергей Белов, в весенней генеральной уборке примут участие все структурные подразделения, администрации районов, муниципальные предприятия. Также изъявили желание присоединиться представители бизнеса. Олег Лавров, Юлия Короткова, Ренат Бигбаев, Сергей Пермовский. Объективно. ННТВ.